Рад приветствовать вас на своем канале. Итак, специально для тех, у кого отстают грудные мышцы, я подготовил комплекс упражнений, разбитых на 2 тренировочных дня. Разбиваем тренировки на проработку верха груди и на низ груди. Сейчас мы будем рассматривать с вами комплекс упражнений на проработку верха грудных мышц. И первое упражнение – жим лежа на наклонной скамье. Данное упражнение можно чередовать с жимом лежа на наклонной скамье в смите. Выполняем в следующем порядке. Первый подход – 20 повторений, второй подход – 15 повторений, третий, четвертый, пятый подходы – по 10-12 повторений. Второе упражнение. Разведение гантелей на наклонной скамье. И одновременно делаем жим гантелей узким хватом на наклонной скамье. Подбирайте вес так, чтобы полноценно выполнить связку этих упражнений. Выполняем 4 подхода по 10 повторений первого упражнения и по 8 повторений второго упражнения. Третье упражнение – жим в хаммере наверх грудных. Следите за техникой, чтобы нагрузка шла на целевые группы мышц. Вес должен быть не очень большой. Выполняем 4 подхода по 15 повторений. И заключительное четвертое упражнение – сведение в кроссовере снизу. Это упражнение не совсем наверх груди. Конечно, там и верх задействован, но все же больше прорабатывается середина грудных мышц. Попробуйте, вам уверен, понравится. Выполняем 4 подхода по 12 повторений.